эти заборы тоже не было. Вот в 20-м году, оказывается, построили. Не знаю, что здесь. Кладбище или что-то такое, короче. Я не знаю просто. Да, все равно лучше становится. Молодцы. Молодцы просто. Да, кладбище, оказывается. Вот я видел уже. Хорошеет, короче говоря. Тогда тоже Акташ, который проехал, ну, к шлагу еще я еду. Вот такие узкие улицы были. Потом расширяли. Вот так было. Да, молодцы. Больше внимания. Это уже отлично. А эти места тоже вот снос написано. Расширяется, значит. Оба стороны 0,4. Снос. Да, расширяется, короче. Будет просто красота. Действительно, туристическая зона будет потом. Значит, расширяется дорога. Вот так, конечно, узкая. Для туризма это вообще некрасиво. Вот я в сторону санатория Акташ. Здесь тоже расширяется. Это старинные, которые... дома, ну они были давно, так и остались. Только вот с левой стороны немножко дорога расширяется. Или тротуар. Тротуар будет строить, может быть. Для этого они немножко расширяли. Вот так. Шлак расположен. Дача везде, топчаны. Написано, это школа, может быть, или что. Вот здесь правая сторона расширяется. Вот так она расположена. А это детская лагерь связист. Вот лотки уже строят. Короче, больше внимания выделяется. Строится. Короче, молодцы. Вот так я почти подъезжаю к санаторию Акташ. Это сдается под дачи. Семейные отдельно, общие, всякие. Вот я почти. Подъезжаю в санаторий Акташ. Я еще не доехал, но еду. Просто обзор этого шлака еще. Валейкум ассалам. Молодец, как ты едет был. Здесь тоже снос, оказывается. Оба стороны вдоль дорог. Я почти, кажется, подъехал в санаторий. Эти дома под снос попали все. С левой и с правой стороны. Ты подъехал к горам и санаторию.
катится. Кажется, я подъехал к санаторию. Я отсюда не был, я с той стороны подъезжал. Ну, сюда я первый раз прихожу. Вот, кажется, там санаторий. Сдается аренду. Места есть. Я подъехал в санаторию. Я подъехал в санаторию. Базарчик. Ехал в санаторий «Октябрь».